злочині, тому що за вбивство, я думаю, можна вводити, за зґвалтування можна, там педофілія все-таки. Хорошо, тоді які міри треба приймати? Каторга відпрацьовують. Думаю, ні. Уверенні. Ну, звісно, я в принципі проти смертної казни. Во-первых, потому что любой суд – это имеет человеческий фактор, и судья может ошибиться, а смертная казнь – это слишком жестоко. Ну и во-вторых, как вы сказали, коррупция – так это же экономическое или финансовое преступление, и смертная казнь – это совершенно другое. Нет, конечно. А почему? Потому что смертная казнь – это дикие какие-то правила, условия. Конечно. Уместно. Хорошо, а почему? Потому что иначе не искоренить коррупцию.